Сегодня ко мне пришел мой друг, вот, Роберт. Он не вытерпел, ему было очень любопытно посмотреть, что я тут делаю. Вообще, как продвигается открытие моей мастерской. Потому я сейчас показываю Роберту свою мастерскую, и вы увидите ее тоже первой. Потому welcome. Это там, да? Ну, показывай, показывай. Ой. Ой, ой, ой. А ну, Роберт, наведи вот сюда камеры. Вот так вот, камеры. Сюда. Вот видишь мой пальчик? Вот сюда. Видишь, день открытых дверей. Моя мастерская выжигания. Еще очень много всяких вещей будет жечься и выжигаться. Потому welcome, не пугайтесь. Тут еще много недоработок, много еще всяких таких вот усовершенствований. Но вещи уже расставлены более-менее. Как видите, горит-то тоже уже на полочке. Это же растафанские часы. Растафанские часы, да. Надо брать. Да, надо брать. Вот. Роберт, а ну наведи вот сюда, смотри. Это мой танго-проект. Он еще картина в разработке. Вот. Будет презентация, будет много всего интересного. А ну разворачивай сюда. Вот, а здесь у меня всякие штучки-дрючки, тут всякие деревяшки, вот, тут у меня полочка, тут всякий хламчик у меня вообще, тут всякие мои красотулечки, вот, часики, всякие заготовочки. Тут я чухаю специальные такие вот деревянные штучки, вот. Это будет шторка потом, это будет офигенная шторочка. Еще я была на днях в парке, в ботаническом саду, только никому не говори, и набрала всяких деревяшек. У меня будет еще тут декор, представляете? Очень много декора. Похож на крокодильчика. Не знаю, что это будет. В общем, буду лакировать. Буду красить, и будет у меня офигенный декор. Ну, в общем, все натюрель. В общем, ждем? Ждем. 28 числа открытие. 28 апреля с 11 часов. Заходите на мою тоже страничечку. Можете, кстати, вот там вот чикнуть на штрих-код. Вот он есть тоже. Я скину свою группу. Вот. И welcome! Всем welcome! Всех жду! Пока! Надо идти!